Товарооборот между Россией и Азербайджаном за прошлый год составил 380 миллиардов рублей. Больше половины взаимной торговли реализуется в нацвалютах. Об этом министр экономического развития России рассказал в беседе со своим азербайджанским коллегой. По словам Максима Решетникова, важную роль в улучшении торгово-экономического сотрудничества играют инвестиционные проекты. Россия – один из пяти крупнейших инвесторов в азербайджанскую экономику. Страна также финансирует в Азербайджане проекты в сфере IT, медицины и легкой промышленности на 570 миллиардов рублей. Глава Минэкономразвития призвал расширять взаимодействие между банками двух стран и подключить азербайджанские банки к системе передачи финансовых сообщений Банка России. Михаил Джабаров, в свою очередь, отметил, что страны могут укрепить взаимодействие в других сферах. Существует большой потенциал для наращивания связей в промышленности, транспорте, охране окружающей среды, сельском хозяйстве, а также для новых направлений сотрудничества. Реализация этого потенциала для нас основной приоритет в экономической повестке. Глава Министерства экономического развития России находится в Баку с рабочим визитом.